Ежегодно с первыми весенними лучами солнца Якутск провожает зиму традиционными народными гуляниями. В минувшие выходные песнями и плясками весну встретили и в Гагаринском округе. Репортаж Марианны Кутуковой. Меню у нас сегодня уха и чай бесплатно. А спонсор у нас ресторан «Лайнер». Бесплатные угощения от аэропорта Якутск согрели в этот день множество гостей и жителей Гагаринского округа. Однако на этом сюрпризы не закончились. Участники праздника проводили зиму, запустив в небо самолеты. Аэрошоу устроили учащиеся авиамодельного клуба «Лайнер». Хочется отметить, что выпустили они, собрали модель самолета «Боинг» с логотипом авиакомпании, которые дети сами выпускали и садили. Это было вообще классно, молодцы. Со строительством аэропорта в Гагаринском округе большинство наших работников считают Гагаринский округ своим домом, так как они здесь живут, трудятся в данном округе. Проводы зимы в Гагаринском округе удались на славу. Вкусная еда, песни, пляски, конкурсы, розыгрыш призов, веселые старты. Интересно было всем, и взрослым, и детям. С каждым годом мы будем развивать этот праздник. И общие темы, естественно, будут оставаться самолеты и авиация. Поздравляю с началом весны. Желаю всем счастья, любви и так далее. Гуляйте побольше, чтобы было хорошее настроение и здоровье. Счастья всем, тепла, радости. Спасибо Гагаринскому округу за замечательный праздник. Марианна Кутукова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.